Окружение Алексея Навального добилось разрешения на его транспортировку в Германию. В субботу утром на реанимобиле по-прежнему в бессознательном состоянии был доставлен в аэропорт Омска, где уже ожидал самолет. Медики погрузили Навального на борт, после чего самолет вылетел в направлении Берлина. Изначально омские медики противились переводу Навального, поскольку считали, что длительный авиаперелет лишь повредит ему. Однако позже констатировали, что его состояние стабилизировалось, и дали зеленый свет. В свою очередь, супруга Навального с самого начала настаивала на транспортировке, прямо заявив, что больше доверяет немецким специалистам. Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован в четверг после того, как неожиданно почувствовал себя плохо. В окружении оппозиционного активиста сразу выдвинули версию об отравлении, поскольку никаких проблем со здоровьем у Навального не было. Однако врачи посторонних веществ в его организме не обнаружили.